Счет в этом матче 0-0 он сейчас, и вот уже 2-0 становится. Отлично, отлично начал Тимур, выбивает он первый бросок из-под кольца, и сейчас Филиппины в атаке. Аут. 2-2. Персональное замечание сейчас получает Константин Захаров. Первый это фол вообще в матче. Так сказать, первый проходит. Емец мячом отдает на момент. О, если кому-то интересно проход. И там Авдеев. Маркарян. 6-2. Атака и Аризона. Да, там Емец забивает. Открывает он для себя очки. Первые это для него. Маркарян в быстром отрыве 2 заносит. 6-6. 6 минут уже позади. Ой, сколько шестерок сейчас я его не поднес под эту эгиду. Да, заходит мяч. И вот, как я уже и говорил, Филиппины великолепно с двух очков моментов не забивает, соответственно. Попадает он в дальнюю дужку. И Захаров отвечает двумя очками. Почищает он за своим сокомандником. Причем... Австрия на Австрии, и там 3-2. Хватывает. 2 в 1 они с Маркаряном выходят. И завершает Тишин результативно. Ассист Маркаряна приносит. И 2 очка, 2 ассиста у Тишина. Хорошо. И, в принципе, идут они с очень хорошим процентом. 23 очка, кстати. Забивает Тишин. 2. 2 это было. У них сыграно 21 победа и получается всего лишь 4 поражения, но Аризона могут им нанести еще одно, как мы видим по счету 14-10 впереди. И нет, 10-15. Забивает игрок. Кто это? Австрия. Подбирает. Ой-ой-ой, какие он там крики нечеловеческие издает. И там Авдеев. 14-13. 2 минуты до конца первой четверти. Сейчас в атаке Филиппины и там 2. Забивает 33-й номер. Торрес. И Иван заваливает Авдеев. И фолит на него. К сожалению, 2 очка, но на подборе дорабатывает его партнер. И забивает 2 очка Торрес. Снова атакует с дальней Тишин. Тишин, Никита забивает треху. Деев. Разворот. И снова 2 очка забивает большой Филиппинов Боллерс. От него, так понимаю, у них строится игра. На сторону соперника. 3 бросает снова Тишин. И снова туда. Отличный снайпер Тишин. По крайней мере. И второй штрафной реализует. Очень маленькое преимущество у Филиппина. И туда. Правильно, правильно поступает Мамедов. Но тут же быстрый пас под кольцо Аризоны. Авдеев снова входит. И 2 очка с передачи Торреса забивает. Скидка на Тишина в угол. Тишин, 3 туда! Первые его очки в этом матче, но зато уверен. Кольцо тот отдает и легкие 2 очка забивает сейчас Мулаев Астамир. Маркарян и туда 2 с фолом. А, нет. Случайно, кажется, судья свистнул. Мустафаева, передача дальше на Захарова. Захаров 2 очка реализует. Сложный с контестом. Но снова быстрая передача под кольцо Аризоны от Авдеева. В первой попытке 2 очка, но добивает.
Тем временем преимущество баскетболистов Аризоны сейчас 9 очков. Достаточно. И Мамедов исполняет штрафные. Первый забивает. Замена готовится у Аризоны. Файл Мустафаев 2 реализует туда. Сокращает на 2 очка отрыв Аризоны. Недопоняли друг друга партнеры. Острый на перехвате сыграл. И 2 очка достаточно красиво реализует. Плюс 10. Забивают 2 очка баскетболисты Филиппина. Это Авдеев снова. Партнеры дорабатывают. Дергунов отдает на Маркаряна. Маркарян совершенно спокойно открытые 2 очка из-под кольца реализует. Ух ты, еще 2 очка. Перестрелка какая-то началась. Паско забивает очередные 2. Мамедов. Туда 2 с передачи Дергунова. Вот и собрались баскетболисты Аризоны. Хотя, мне кажется, стоило бы им немножко поднажать. А нет, спокойно они решают. Без всякой суеты. Очередные 2 очка забивают. Это пес на подборе отрабатывает. Сам проходит. Фейк отличный. И 2 очка. Совсем небольшое преимущество теперь у Аризоны. Всего 2 очка разделяет команды. Кто отрабатывает. И второй. Тишин на борту. Зарабатывает у нас 2 очка. Это Михаил Тишин. Образить. Скидка на Тишина. От Тишина. И Тишин забивает 3 с передачи Тишина. И сразу передача под кольцо Аризоны. Торрес реализует 2 Тишина. И сразу передача под кольцо Аризоны. Торрес реализует 2 очка. Авдеев прекрасно видит своих партнеров, которые остаются. И Нафаев успел за мячом. Чуть не потеряли его Филиппина. И 3 очка. Нет, Мустафаев сразу под кольцо идет. И 2 очка туда. Какие эмоции от Аризоны. Просто потрясающе. В каждом матче они очень рады. Первый забивает от забора Мустафаев. Обыгрывает Тишина. Сам идет и сам 2 очка реализует. Отличный проход от Острия. И странно, кстати, 3 очко всего его. И решает не отдавать передачу. Сам забивает Никита 2 очка. 12 очков у него, 4. Мустафаев тоже сам идет, тоже бросает лэп и забивает. Перестрелка снова в начале четверти, как и Никита с СТБ-ка. 2 очка туда. И снова быстрая передача. Мустафаев получает мяч, не успевает обработать он его. И Тишин. Не встречает его никто, и 3 очка реализует Тишин Никита. Их исполняет после неспортивного фола. Сорвали его атаку. Сорвал, точнее, его атаку Мустафаев. И наказывает за это Мамедов. Первый штрафной реализует. 4 подбора и 2 передачи, соответственно. И второй штрафной тоже точен. Оба штрафных реализуют. Мур отдал скидку. И Тишин после фейка. Как красиво реализует 3 очка. Отличная трешка от него. 19. Авдеев внутрь входит. Скидку не стал отдавать. Сам забил 2 очка. Оба штрафных реализует Артем. И продолжаем мы наблюдать за увлекательнейшим матчем. Форрест не стал бросать фейка. И проходит, ой, какие-то странные бросок он выпускает. Но все-таки в кольцо попадает. 12 очков уже у Торреса. 2 очка реализует Торрес.
спасибо большое Борису Бабейко за поправку, что Мулаев, а не Мустафаев, не смог забить. А вот Маркарян может. Маркарян 3 очка реализует. Реализовать. И что он, собственно, и делает. Первый штрафной в сетке. И уменьшает победу. И уменьшает победу шансы на камбэк от Филиппина. И второй тоже забивает. 12 очков у Мамедова, 4 подбора и